Всем привет, меня зовут Витя, у меня есть свой канал на ютубе, ссылочку вы на него найдете в описании. Андрей, поясни, пожалуйста, за мой самокат. Заранее спасибо. Ну ладно, Вить, поясню тебе, раз ты просишь. Ну что ж, начнем, пожалуй, с Грипс. Грипс и Феникс, так же, как и Баренды. Это классные грипсы черного цвета. Они мягкие и удобные. Классно за них держаться. Руль Apex. Цвет хром. Этот руль идеально подходит для катания в парке. Да и в стриту на нем тоже можно погонять. Чисто для меня это универсальный руль. Зажим Blunt. Классный, легкий двухболтовый зажим. Держит нормально. Рулевая Neca. Это очень классная рулевая, крутится плавно, вообще все отлично, я бы катал. Deca Blunt Cos, модель 2016 года. В принципе, хорошая, удобная дека, она не совсем длинная и не совсем короткая, то есть отличная. И в ширину тоже просто топчик. Слабое место, в принципе, как и у всех Deca Blunt, это нижний свар. Но дека хорошая, и в принципе я мог бы рекомендовать ее к покупке. Вилка Blunt CNC V2. Живет у Вити уже, по-моему, год с лишним. Эта вилочка черного цвета. Прям отличненько сюда заходит. Колеса Proto. Красно-черных. Слайдер. Proto себя уже давно зарекомендовали на рынке, как топовые колеса. Тормоз Blunt стандартный, однобалтовый. Тормоз как тормоз. Шкурка ноунеймовская, простая скейтерская, из Роллхолла. Ну что ж, подведем итоги. По цветам я дам 10 из 10, прям хороший самокат. По деталям тоже 10 из 10. Скут легкий, прочный, в общем, отличный. Если вам понравилось это видео, можете поставить лайк и подписаться на мой канал, а также подписаться на канал Вити, ссылочка на него, естественно, будет в описании. А если вы хотите увидеть еще больше классных и мясных трюков, подпишитесь на мой инстаграм и на инстаграм Вити. Ссылочки, естественно, будут в описании. А также подпишитесь на мою группу ВКонтакте. Ссылочка будет там же. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Не падайте. Всем пока.